Нас оторвало с хохлом. Не можем причалить к берегу. Что же нам делать? Рыба не клюет. Надо звонить в МЧС. Мы покинули то место. Перепрыгнули на паром. Пытаемся добраться до берега. Но до берега еще нам далеко. Но уже отплыли мы вон с той льдини. Вон там мы были. Надо нам еще вот эту вот дистанцию проплыть. Но она крошится. Перепрыгивать будет. Если вдруг нас прибьет. Она прибьется с этим тухлым краем. Как мы будем? Мочиться? Ну, им помочимся, а что делать? Вот такие горе-рыбаки. Лучше дома на ваку жрал, какой-то корешка. Столько времени уже. Уже сколько? Полтора часа плаваем. Там мы были вон там. Уже сколько нас. Если бы не перепрыгнули, это хорошо, что еще так. Так бы мы там плавали бы сейчас. Дебилы, что?